Бакучи в капсулах. Бакучи – это трава, у которой специфическое влияние прежде всего на кожу. И все, что связано с кожей, это прежде всего рост волос, ногтей. Но специфическое влияние на кожу. Бакучи балансирует и вату, и питу, особенно питу в коже. Прямое показание – это кожные болезни. Если кожа здоровая, она дает, конечно же, хорошее питание росту волосам. Это касается, конечно, головы, но в целом показания кожи. Здесь две формулы, там просто разные дозировки – 100 капсул и 40 капсул.